Первоклашки школы номер 14 с мамами, папами, бабушками и дедушками начали приходить задолго до начала линейки. Надо же успеть сфотографироваться с букетом, встретиться со знакомыми, найти свой класс. А Слава Нигамедьянов перед своим первым в жизни уроком вспомнил, как здорово провел лето. Ездил купаться, гулял с мамой и папой, ел арбуз и катался на катере с дедушкой. Но признался, что в школу очень хочет. Как и Таня Балакина, у Танюши на это есть веская причина. Там будет Варя Соловьева, моя подруга из садика. Макар Гусев заверил, что готов к пятеркам на 100%. Очень сильно занимался с мамой. В прекрасном настроении пришла Ева Рябова. В таком, что просто душа поет. Мы маленькие енотки, веселые красотки. Мы много песен знаем и вместе распеваем. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, спеть любую попроси. Диану Левину и просить не надо было поделиться эмоциями. Она очень просто объяснила, почему сегодня самый радостный день. Я просто хотела, ждала этого момента, когда это наступит. И вот он наступил. Малыши-карандаши послушно выстраиваются и ждут поздравлений взрослых. Очень рад поздравить и рад за вас. У вас начинается новая жизнь. Вы приобретаете новые знания, открытия. И обязательно случится с вами много интересных, удивительных вещей. А рядом с вами будут мудрые, заботливые педагоги, которые на протяжении всех ваших школьных дней будут идти рядом с вами. Также школа – это то место, где вы приобретете новых друзей, а многие из вас приобретут друзей на всю жизнь, и это прекрасно. Корпорация ВСМПО «Ависма» и фонд «Эмпатия» по традиции уже являются социальным партнером и добрым другом всех школ Верхней Салды, и еще не раз мы вместе с педагогами, с учениками примем участие в школьных активностях города. Отдельно хотел сказать спасибо всем родителям, школьникам, педагогам, кто откликнулся и принял участие в субботнике, который у нас прошел в последнюю буквально пятницу. Вы сделали большое дело, действительно навели такой порядок, и задача теперь, ребята, вам это все сберечь. Еще раз всех с праздником и добрый путь!